сегодня. Закончился один из самых важных чемпионатов. В некоторых дисциплинах результаты оказались слегка шокирующими. Представляем вам два очень полезных компонента для современных корпусов настольных ПК. Также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы научимся устанавливать Silent Plan – бесшумную бомбу. И, конечно, сегодня мы увидим игру по Counter-Strike 1.6 с турнира, который по праву считается одним из самых лучших и собирает сильнейшие команды со всего мира. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. ESVC 2008 для СК закончился не самым удачным образом. Мужская Counter-Strike команда и одновременно главная боевая единица проекта закончила турнир отнюдь не на пьедестале почета. Большую роль в этом, конечно, сыграла госпитализация спауна. Тем не менее, у СК были поводы и для радости. В первую очередь это касается женского подразделения. В полуфинале девчата обыграли шведок из команды Meme Female, а уже в финале соревнований обозначили свое превосходство над Emulate Ladies. Первая неделя 13-го сезона чемпионата Германии ESL оставила двоякие впечатления у поклонников лиги. Многие матчи закончились предсказуемыми результатами, и лишь в нескольких были зафиксированы интересные события. Главной сенсацией, пожалуй, стоит отнести поражение многократного победителя турнира и серебряного призера прошлого сезона Team Alternate. Ребята довольно неожиданно слили карту Inferno немецкому составу MTW и проиграли с двукратным перевесом. Титулованные игроки корейской StarCraft-сцены Reach и Anytime пополнили ряды организации Ace, где уже выступает вернувшийся в этом году из армии король тиранов Боксер. Они должны заменить ранее покинувших команду игроков Church и Клон. Сейчас команда Ace не очень удачно выступает на корейских соревнованиях, и тем более они не могут быть конкурентоспособны на мировой арене. Новые игроки должны стать решением этой проблемы. Подошел к концу ESVC 2008. Результаты в рамках дисциплины Warcraft 3 оказались слегка шокирующими. Кто мог предполагать, что СК Лин, убийца андедов, сможет проиграть и VP Psytet, и СК Рейгн? Несомненно, андеды отыграли турнир отлично, давно такого не было, что в финальной четверке нет ни одного эльфа. Но выиграть у Лин — это еще полдела. А вот обыграть MTW AMD Ху на турнире смогли лишь два игрока — Мим Грабби и Бонкрейкер. Поздравляем Орка с заслуженной победой! Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы научимся устанавливать Silent Plant — бесшумную бомбу. На всех стандартных турнирных картах есть возможность поставить бесшумную бомбу. Начнем с карты DDoS-2. На обоих бомб-плейсах можно установить Silent Plant. Чтобы его установить, нужно поставить бомбу так, чтобы она наполовину оказалась внутри текстуры. На Dust'е это делается в нескольких местах. Мы покажем лишь один пример. На карте D-Inferno Silent Plant не так известен. На B-Plant и на пятерке можно установить Silent Plant. Делается это очень легко. Просто ставите бомбу посередине перекрестия прицела. Если вы сделали все верно, звук бомбы будет не слышен. На карте D-Nuke Silent Plant можно поставить только на верхнем бомб-плейсе. Делается все точно так же, как и на карте D-Inferno. При правильной установке бомбу не только не слышно, но и плохо видно, так что враг может ее попросту не заметить. Помните, что Silent Plant — это запрещенный баг игры. И на всех турнирах он запрещен. Вся информация дана только для ознакомления. Мы — школа киберспорта. Учитесь на одни пятерки, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. В продаже появилась обновленная модель мыши. И, конечно, сегодня мы увидим игру по Counter-Strike 1.6 с турнира, который по праву считается одним из самых лучших и собирает сильнейшие команды со всего мира.
представляем обзор киберспортивных девайсов. Казалось бы, рынок компьютерных клавиатур давно поделен и плотно забит. Однако мы регулярно наблюдаем на нем появление все новых и новых имен. Клавиатура Enermax Aurora имеет стандартную раскладку. На ней нет дополнительных клавиш, которые многие считают бесполезными. Клавиатура особенна тем, что имеет два USB 2.0 разъема и встроенную аудиокарту. Теперь вам не надо будет лазить под стол, чтобы включить наушники или микрофон. Их можно вставить в клавиатуру. Компания Lion Lee отметилась выпуском сразу двух очень полезных компонентов для современных корпусов настольных ПК. Первая новинка под названием HDD Cage – это корзина для 4-3,5-дюймовых жестких дисков. Изделие имеет прочный алюминиевый каркас, оборудовано 120-миллиметровым вентилятором со скоростью вращения 1000 оборотов в минуту. Вторым предложением стал двухвентиляторный кулер, призванный предотвратить перегрев внутри корпуса в области размещения видеокарты. Корпорации Microsoft удалось хорошенько всколыхнуть общественность, выпустив на днях тизер со слоганом «Скажите до свидания лазеру». Согласно краткому описанию новой технологии под названием BlueTrack, в ее основе лежит синий светодиод и широкоугольные линзы, позволяющие использовать мышку практически на любой поверхности. Производитель заявляет даже о таких проблемных для нормального позиционирования материалах, как дерево, гранит и ворсяные ковровые покрытия. Компания Rockcat выпустила обновленную мышь Cone. В ней реализован ряд технологий, которые могут заинтересовать фанатов компьютерных игр. Например, система Distance Control Unit позволяет через драйвер настроить то расстояние рабочей поверхности от стола, на котором сенсор мыши перестанет перемещать курсор. Технология Turbo Core включает в себя процессорный модуль и 96 килобайт встроенной памяти, позволяющий хранить до 512 комбинаций нажатия клавиш. Увеличен диапазон чувствительности. Сегодня вам предстоит увидеть игру с ESVC Masters 2008. Этот турнир по праву считается одним из самых лучших и собирает сильнейшие команды со всего мира. Вы увидите игру группового этапа Virtus Pro против Meme Pentagram. Сильнейший коллектив СНГ против лучшей команды Польши. Эта встреча будет знаковой, так как полякам надо брать реванш за прошлый проигрыш на турнире Extreme Masters. Тогда наша команда выиграла со счетом 16-11. Состав команды Virtus Pro. Колесников Алексей. Алексей К. Лекс, 21 год. Благин Михаил, Майкл Б. Кейн, 22 года. Макаров Роман. Роман М. Ромжики, 19 лет. Сухарев Иоанн. Иоанн С. Эдвард, 19 лет. Тесленко Даниил. Даниил Т. Зевс, 20 лет. Новый координатор Благин Михаил уже успел показать свои навыки капитана в нескольких играх. Игровой стиль команды поменялся в лучшую сторону. Нет тех жестких рамок, которые ставил Лекс. Команде не хватает только сыгранности из-за частой смены состава. Состав команды ПГС. Филипп Кубский, Нео, 20 лет. Джейкоб Гурдзунский, Кубен, 19 лет. Лукас Внек, Луку, 23 года. Мариус Цибульский, Лорд, 20 лет. Виктор Войтас, Таз, 21 год. Типичная европейская команда. Постоянный состав, постоянный капитан, постоянная стабильность. В последнее время первых мест не было, но польский коллектив всегда занимает призовые места. Да, эта команда очень серьезный соперник. Встреча команд происходит на карте De Inferno. Virtus Pro начинают за атаку. Они халдят до минуты и решают атаковать масс через зелень. Но с бэка их уже ждет Кубан, и атака захлебывается. Зевс убивает Луку, но это единственный минус нашей команды, остальных убивают без шансов. Третий раунд. У Virtus Pro закуп и респ под Б. Они занимают банан с ХЭ и халдят. После этого они делают подсадку в окно, занимают ребра, атакуют через двадцатку, убивая Таза, Нео и Лорда. Ставят плент и минусуют оставшихся поляков. Восьмой раунд. Наши соотечественники без особого труда взяли еще три раунда и счет 4-3 в пользу Virtus Pro. Наша команда решает не торопиться и встретить соперника на позициях.
Поляки, наоборот, играют очень агрессивно. Лекса с разменом убивают на вышке. Зевса убивают под половицей, а оставшиеся Виртуса медленно подтягиваются к коврам. Тут их ждет польский снайпер, который убивает едва высунувшегося Эдварда. Оставшиеся в живых Ромжики и Кейн не смогли ничего сделать для победы в этом раунде. Команды обмениваются раундами и не дают расслабиться друг другу ни на минуту. Счет за первую половину 8-7 в пользу ПГС. У нашей команды довольно много ошибок, но счет очень хороший и есть все шансы выиграть эту встречу и выйти с первого места из группы. В первом раунде поляки атакуют А по стандарту. Двое, ковры, трое, центр. Эдвард не смог удержать двоих с ковров, и они одновременно с тройкой прорываются к пленту. Ситуацию резко меняет Лекс, делая три минуса. Убивает двоих на зелени и одного на альфе. Оставшегося в живых Кубана взрывает Ромжики. Первый закуп у поляков не очень удался. Они смогли лишь поставить бомбу, но взять раунд им не удалось. Счет тем временем уже 11-8 в пользу нашей команды. Поляки очень четко откидывают гранаты и постепенно занимают ребра, 20 и ковры. Атакуя одновременно с трех направлений, они гоняют наших ребят, перестреливая одного за другим. Только Ромжики убивает Таза. Пришедший на помощь Зевс со случайно купленным Штайером ситуации не изменил, и поляки берут первый раунд за атаку. Далее игровая ситуация повторяется один в один, как и в первой половине. Команды идут впритык друг к другу по раундам. Только в последних раундах Лекс вытаскивает раунды, не давая шансов полякам. Virtus.pro выигрывают 16-13 и выходят из группы на первом месте. Пожелаем им удачи в дальнейших играх. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.